волны сбивают с ног. Бросают как игрушки. Ребята ловят волну. Волны местами бывают просто большущие. Хотя ветра нету. Чуть-чуть ветерок. Я представляю, когда здесь большой ветер. Серфингистов много, вот еще один пошел. Молодая японка наблюдает за ним. Первый пошел. А вдалеке резвятся ребята. Даже пожилая женщина пытается учиться. Бабуля ищет золотые цепочки, монетки, кольца, все, что можно. В наушниках музыку слушает или наоборот не слышит надоевший шум Тихого океана. Погода чудесная, плюс 25. Легкий ветерок, ну как ветерок? Гоняет волны, но на здоровье это не сказывается никак. Еще один кладоискатель.
Интересно наблюдать, какой дождь здесь идет. Такой дождь, вроде как пыль рассеивается. Он теплый и приятный. После пляжа можно выйти вот сюда вот на берег прямо и обмыть ноги перед тем, как путешествовать дальше по бережку. Такое дерево. Не знаю, как оно называется, но напишите в комментариях, если знаете. Это местный поэт-музыкант. Он в творческом поиске с гитарой. К нему пришла муза, наверное. Thank you.
Я удивляюсь, как в такой сейсмической зоне, как Гавайские острова, где каждый день трясет, строят вот такие, точнее построили вот такие глыбы. Из бетона, стекла. Каждый отель старается зарезервировать себе место под парковки, чтобы привлечь больше клиентов. Вот, например, платная парковка тоже. Кстати, платная парковка в среднем стоит здесь 50-70 долларов, в зависимости от района. Сутки. Птички поют. Самое интересное, что я здесь не видел чаек морских, а жирных воробьев и голубей много. Самое интересное. Почему, не знаю тоже. Так убирают мусор на налову. Это здесь мусоропроводы. Вот такие контейнеры. Забирают каждый день. И деревья уютно накрывают улочку. Рядом с такими вот большими домами, просто громадными домами, гостиницами, уютно приживаются и живут вот такие вот местные жители в таких домиках.